Привет, друзья, с вами Татьяна. Мы находимся с вами в глобусе, который находится на Майдане Незалежності. Пойдем мы с вами сегодня в Монтон. Такая здесь одежда продается. 4600, 170 долларов. Такое вот пальто розового цвета и такой шарфик в тон. 800 гривен, 30 долларов такой шарф. Вот это пальто на манекене. Платье 3600, 133 доллара. 50% хлопок. Такие рукава. 1659 долларов. Такая нежно-розовая, нюдовая кофта, джемпер. 2000 гривен, 74 доллара такая. Клетчатая юбочка, клетка тренд, пальто без рукавов, 4000 гривен, 148 долларов, оно с поясом, видите, такой поясок, на кнопочках, вот. Очень хорошо смотрится, 20% шерсть, 3800, 140 долларов. Такие вот огурцы здесь вышиты. 2074 доллара. Вот такой джемпер с вышивкой на рукавах. Девочки, я приблизительно говорю в долларах, потому что доллар у нас скачет. То 27 с чем-то, то 28 с чем-то. Ну, приблизительно, чтобы вы ориентировались. 1200 гривен, 44 доллара. 88% вискоза. Очень мягенькая, это красивый нюдовый цвет. Базовая вещь. Юбка 2400 гривен, 88 долларов. Такой базовый цвет. Есть свитерочки под нее. Например, такой 1400 гривен, 52 доллара. Очень красивый цвет. Такие шарфы 900 гривен, 33 доллара. 12440 долларов. Вот такой вот плащ с капюшоном. 6222 доллара. Такая отстрочка здесь оригинальная. И карманчики такие незаметные. С капюшоном, с тоненьким. Джак горошек 3700, 137 долларов. 34% вискоза, 1762 доллара. Девочки, здесь очень много базы. Вот это юбка, например, 2000 гривен, 74 доллара. И такая за 2000 гривен. Очень красивая, нежная. Девочки, правда, она полиэстер. Вот это вот платье, 3300 гривен. 122 доллара. Брюки вот такие вот в клеточку. 34% вискоза. Стоят они 2500 гривен. 92 доллара. Вот так вот это вместе смотрится. Темно-синее платье. 3500. 130 долларов. Так оно пошито. Для кого-то, возможно, она может быть базой. $1866. Кстати, эти юбочки стоят 2000 гривен, 74 доллара. Вот этот костюм, видите? Такие, как розовый, есть еще вот бежевого цвета. Очень теплое пальто, 12000 гривен, 444 доллара. Вот так оно пошито, хорошо очень смотрится. И наполнение здесь пух, видите? 2000 гривен, 74 доллара, такая белая рубашка. Опять же, базовые брюки, черные, 2000 гривен, 74 доллара.
7800, $290. Вот такое черное пальто. Девочки, Мантон, это производство Эстония. Кстати, состав очень хороший, 80% шерсти. Еще вот такие есть костюмы. Это юбка, кстати, тоже 2000 гривен, $74. 3300, $122. Такая рубашка, 1200 гривен, $44. Брюки, 1900, $70. Вот такая клетка, гусиная лапка. Другой вариант, 1800 гривен, $66. Потемнее. 3200, $118 такое платьице. Есть такие кармашки. Клетка приятная. Такая с красненьким краплением. 9900, $107. И вот такой пиджак в клеточку. 3600, $133. Брюки 2400, $88. Такая же рубашка, 2300 гривен, $85. Вельветовый пиджачок, 3600 гривен, $133. Так вот предлагается носить цветные брючки, цветная рубашка и однотонный пиджак. Как вам нравится? Вот как одели красиво манекен, очень красивая. И юбка, и джемпер такой красивый, стоит 2800 гривен, $104. Девочки, у нас 1 евро стоит 32 гривны. Кому хочется в евро знать цену, можете поделить на 32. $4148. С капюшоном хорошо смотрится. Брючки 2300, $85. Есть такие же юбочки, платья. $1970. Нравится мне эта юбка. Сзади у нее шлица. Вот, смотрите. Платье стоит 3500. $130. Тоже неплохой вариант в офис. Здесь так подобрали тона, которые подходят именно к этой одежде. Они сочетаются друг с другом. Рыжий свитерочек, 1500 гривен, $55. Есть еще вот такие вот синие. $2800, $104. Такая нежная сиреневая курточка. Такие здесь у нее кармашки с кнопочками. Джинсы в этом магазине стоят 2000 гривен, $74. Кардиган 2400 гривен, $88. 3600, $133. Юбка 2400 гривен, $88. Блуза 1800. Извините, $1970. 12444. Здесь 1200 гривен, $44 для утепления.
на осень. Вот такие вот красивые. Очень симпатичные. Такие мягенькие, красивые. Юбка плюсе 2800, 104 доллара. Очень симпатичные товары на осень. Будет у вас ярко, красивая осень, девочки, если придете в этот магазин. 2200 гривен, 81 доллар. Очень красивое все. 2592 доллара. 2800, 104 доллара. Еще вот такой лук. Ну, в общем, девочки, вы поняли, здесь очень много красивых базовых вещей. Так что приходите. Ну вот, друзья, такие цены, такой ассортимент в Монтоне. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. Вам не трудно, мне приятно. С вами Татьяна. Пока-пока. До новых видео.